Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, как обстоит дело с удалением зубов во время беременности? И второй вопрос, если с анестетиками понятно, а как насчет противовоспалительных обезболивающих препаратов, которые часто назначают после эндодонтического лечения или удаления зубов? По поводу удаления зубов. Посмотрите на этот вопрос логично. Если у вас зуб требует немедленного удаления, то вы же не будете ходить 9 месяцев ждать, пока он у вас пройдет. Он не пройдет. Он может просто затаиться на время и взорваться через неделю или через две. Поэтому идите спокойно и удаляйте. Ничего страшного в этом абсолютно нет. Кстати, момент такой. По поводу боли и вообще. Когда зуб удаляется, то очень часто это намного менее болезненно, чем лечение зуба. Бывают ситуации, когда даже под уколом лечить немножко все-таки чувствительно. А удаления почти никогда нет. И второй момент. Если вы дождетесь того момента, пока зуб распухнет, то есть активного воспаления, то действие обезболивающих будет всегда меньше, чем вне этого воспаления. То есть не дожидайтесь того момента, пока распухло. Лечите. По поводу второго вопроса, по поводу препаратов. Есть препараты, которые можно применять. Для этого нужно иметь нормального, толкового доктора. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.